welcome the fighter from the blue corner, Ali Karimjana! Ассаламу алейкум всем, меня зовут Али Каримжанов, я пришел из Санкт-Петербурга, я из рода из Узбекистана, из Фергана, я многократный чемпион по кикбоксингу и по тайскому боксу, я мастер спорта по кикбоксингу. У меня отец тренер, тренируюсь уже долго года, в Питере тоже выступаю и в Узбекистане тоже. Я готовился к бою, очень усердно тренировался, день-два раза. Много отработки, много спарринга был. Я сюда пришел, чтобы победить и показать самый зрелищный бой. И вот мы подошли к главному бою сегодняшнего вечера по кикбоксингу между Али Каримжановым и Максимом Подоренко. Добро пожаловать в синий угол, Али Каримжонов. Али Каримжонов, многократный чемпион Узбекистана по тайскому боксу и кикбоксингу, выиграл в рамках... в пределах своей родной республики, там все, что можно было. Но... Да, и противостоит Али Каримжонову очень сильный спортсмен из Беларуси, это Максим Подоренко. Всем привет, меня зовут Максим Скудеренко, я мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион Европы, победитель Кубка мира по кикбоксингу. К бою готов на все 100, в принципе, как и всегда. Всем зрителям желаю приятного просмотра. Соперника, в принципе, не знаю особо, в клетке познакомимся, я думаю, мы покажем красивый зрелищный бой. И вот мы встречаем Максима Сподоренко. Добро пожаловать в красный угол. Да, Максим Сподоренко за свою любительскую карьеру, мне кажется, выиграл все, поэтому мы не будем перечислять. Да, это точно. Итак, он известный спортсмен не только в нашей республике, но и во всем мире. Красавчик, 38 поединков провел Максим Сподоренко. Уже на профессиональном уровне 27 побед одержал, в 11 поединках потерпел поражение. В последнее время хорошо Максим выступает, показывает замечательную форму свою. И прошлый поединок провел также в рамках DFC с соперником из Украины. Там по итогам трех раундов мы отметили уверенную победу Максима. И сейчас проверит он оппонента из Узбекистана в рамках главного боя сегодняшнего вечера. Introducing first fighting out of the blue corner. He is 175 centimeters tall. He's a special weight, 75 kilos, 25 years old. He has 2 wins and 0 losses. Али Каримжана! And his opponent from the red corner. He is 180 centimeters tall. He's a special weight, 77 kilos, 28 years old. He has 27 wins and 11 losses. Maxim!
Ну что, главный поединок сегодняшнего вечера — Беларусь против Узбекистана. Максим Сподаренко против Али Каримжонова. Да, она представляет Али сейчас Россию, клуб из Санкт-Петербурга, правильно? Да, да, да. У Тимура он тренируется, и у своего отца, как он сказал уже сегодня в своем превью к этому бою, тренируется в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге выступает в двух профессиональных боях, которые прошли в Санкт-Петербурге. Он одержал победы. Смотрим, что он сможет противопоставить нашей звездочке Максиму Сподаренко. Как ты назвал Максима Сподаренко звездочкой? Звездищей? Ну, как бы, да, при 38 поединках тяжело называть человека звездочкой. Да-да-да, согласен. Каюсь. Mea culpa. Зачем ты ругаешься? Вспомнил давеча латынь. Ух ты! Ничего себе заряжает. Так. Али Каримжонов. Заряжен он на бой. Ох, не-не-не, локтем нельзя. Смотрим. Напористый Али Каримжонов. Занял центр Каримжонов, и смотри, прессингует Сподаренко. Ты, ничего себе. Ну, Максим, я думаю, так присматривается к своему оппоненту. Замиранием сердца смотрим мы, да, на первые атаки. Накал просто в воздухе, да, витает этого поединка. Да. Хорошо работает Каримжонов, неожиданно для меня, если честно. Хорошо коленями работает Максим Сподаренко. Достигает цели, я бы так сказал. Я-то что-то так потерял дар речи, после первых таких напористых атак Али Каримжонова. Ну, замечательный бой. Смотрим мы на заключительный бой вечера, и он соответствует своему званию. Заключительный, да, бой по кикбоксингу. По кикбоксингу, вечер у нас пока не заканчивается. В рамках сегодняшнего вечера именно по кикбоксингу. Прихватывает Али. По защите, но молодец, так напористо идет вперед. Прет. И так на одном дыхании смотрю. Издалека заряжал, но видишь, как пропустил. Рука ушла. Максим сразу заметил, нанес удар справа. Хорош. Но поскользяще проходит. Локик, и опять заряжает корпус Али Каримжонов. Ну, Максим все видит, все по защите приходит. Не, Макс, да, Макс все четко понимает, что, как он работает, что он делает. Считает, смотрит на своего соперника. Ну, пока могу сказать, что сюрпризом для меня является такая работа сегодня в первом раунде. Хороший бык с Сподаренко, практически хорошо попал. Чуть-чуть. Да. По защите там немножко не долетел, но очень опасный был удар. Довольно-таки равный прошел первый раунд, но так поактивнее смотрелся именно, мне кажется, Каримжонов. Да, для Максима, я думаю, что явилось сюрпризом, как и для всех нас, такая активная работа, такое активное начало от Али Каримжонова. Не ожидал никто, наверное, что начнет первым номером работать так заряженно Али. Максим Сподаренко, я думаю, что первый раунд присматривался к своему оппоненту, хотел понять, как
как с ним работать. Почти в голову попал Юра, Юрий еще раз консультирует по поводу правил, когда там локтем в голову чуть не попал Максиму Али Каримжонову, наверное, об этом моменте. Говорит, ну и, в принципе, та же самая работа начинается у Али Каримжонова. Начинает он активно работать в корпус-голова. Но Максиму нужно уже поактивнее начинать работать. Попадает он в голову. Прихватывать нельзя у нас, о чем говорит Юрий Варакса. Попал в корпус, еще раз говорит Максим, предупреждает своего соперника, что не нужно бить в пах. Ну что, да, я вот смотрю, что будет делать Максим Спадаренко, потому что на самом деле, мне кажется, для него это неожиданно такое накало. Может быть, это что-то сейчас он интересно нам покажет, такой у него геймплан. Но Каримжонов очень сильно удивляет. Да, очень сильно удивляет. Так как вот, Спадаренко мы знаем и по BFC, и по вообще выступлению на международном уровне в Беларуси. Каримжонов для нас был неизвестен. И вот, видишь, очень интересно показывает себя. Да. Куда? Ничего там не было. Да. Ничего там не было, оно там ниже колена чуть зашло. Он показывает, что оно пошло в пах. Но это восточные хитрости. Восточные хитрости, от них никуда не уйдешь. Да, тут как бы ниже колена попало, кто его знает. Ну, может быть, там такие, так сказать, хитрости. Хитрости, да. Начинает прессинговать Подоренко. Атакует. Оп! И переступил. Показал, кто домохозяин. Беларусь, я имею в виду. Но пока, по мне, октагон они делят поровну. Да, активничает. И причем на одном дыхании. Посмотри, да? Да. Али Каримжонов-то работает. Не устает. Бьет и бьет. Выбрасывает. Смотрим, что он, да, Максим... Максим пытается выйти на свою дистанцию, начать свою работу, но Али Каримжонов, вот она есть, вот есть, да, попадание. Да. Чуть у Каримжонова много выбрасывает, но несколько все сумбурно, да, Максим все-таки более прицельно пытается выстроить свою работу, но от этого... Хорошо, Каримжонов работает по корпусу, уклончик и пошел по корпусу работать. А? В принципе, уже не важно, уже заигран момент. Прижимается к сетке. Второй раунд закончится. Не хватает просто у меня ни сил, ни духу это все комментировать, потому что все на одном дыхании. И здесь в очередном поединке нашего сегодняшнего карда по K1 мы видим бескомпромисснейшую, сумасшедшую по накалу борьбу между оппонентами. И в каждом бою просто такой сумасшедший накал страстей. И заканчиваются слова прям. Ну, а у Андрея Тумаса слова закончились, поэтому я продолжу. Да, интересно, что же будет в третьем раунде. Достаточно очень равный поединок, но, опять же, повторюсь, даже во втором раунде активнее был Али Каримжонов. Но быть активнее, это еще не значит быть точным. Да, активность не значит точность, потому что, я, как я говорил, он... Набрасывает много, но набрасывает сумбурно. А Спадаренко работает четко и пробивает точно. Да, именно туда, куда хочет, в свободную зону, там, где открывается Каримжонов. Но Константин Михайлович наставляет, да, перед, да, третьим раундом своего, как бы, подопечного Максима Спадаренко. Ну что ж, нужно найти слова, найти возможность, найти силы третьему заключительному раунду этого ярчайшего поединка, главного боя сегодняшнего вечера, замечательного боя между двумя мастерами своего дела, Максимом Спадаренко и Али Каримжоновым, представителями Беларуси и Узбекистана, соответственно. И вот опять та же самая работа. С корпуса на голову переключается Али Каримжонов, но делает он это все в защиту, попадает в защиту.
Смотрим, что Макс, какой геймплан у него остается на последний раунд этого боя. Клинчует Макс, пока без особой активности. Вот опять мы говорим о восточных хитростях. Закидывает туда якобы бэкфистом, но закидывает туда удар локтем. Но локтем с разворота. Удар, запрещенный правилами Кейван. Корпус попадает. Обоюдное попадание. Да, вот здесь обоюдное попадание. Уже минута прошла последнего заключительного третьего раунда. Непонятно, кто же у нас сейчас лидирует по очкам. Аж ладошки вспотели. Я беспокоюсь. Да, такой нервный, напряженный поединок. Не беспокойся, Андрей. Ты же не в клетке. Ну да, такое ощущение, как будто там. Да, ну это очень хорошо, хороший показатель того, что очень интересный поединок у нас проходит. Не отдает инициативу Каримжонов, продолжает активничать. Подоренко ищет все-таки эти пробелы в защите Али, чтобы попасть один раз и точно. Клинч пока. Подустали. Последняя минута остается в этом поединке. Али Каримжонов, Максим Сподоренко. Сложнейший для судейства решение должно быть. Вот попадает левым кроссом Максим Сподоренко и отдает в корпус Али Каримжонов. Туда же в защиту, как он попадает всегда. Вытягивает на себя его Максим, но пока без ответного действия. Попадание лоу-киком. Подгоняет Костя Маханьков своего подопечного. 30 секунд остается в этом ярчайшем противостоянии сегодняшнего вечера. Смотрим, кто забирает концовку. Али Каримжонов или Максим Сподоренко. Попал Максим справа. Но ничего страшного, Али Каримжонов держится и пытается отдать. Вот последние 10 секунд остается у нас в этом поединке. И опять клинч. Фух, подходит к концу. Сложнейшее решение судейской коллегии. Не знаю, очень сложно сказать. Куда? Влево, вправо, в синий, в красный. Тут все зависит только от наших сверхпрофессиональных судей. Ждем решения судей, оно, видимо, уже имеется. Очень равный поединок, но еще одного раунда у нас не будет, потому что уже известен результат. Dear ladies and gentlemen, in this fight, winner by decision. Максим Сподоренко! Одерживает победу Максим Сподоренко, с чем мы поздравляем в главном бою сегодняшнего вечера по кикбоксингу. Ну, посмотрим, что он скажет по поводу своего сегодняшнего поединка. Сложнейший бой. Я по-другому сказать не могу. Решение судей буквально в один
В одно очко у каждого. It was the toughest and closest fight. It was a very hard judge's decision, and only one point decide this fight. Но победа твоя, и эти аплодисменты заслужены тобой абсолютно по праву. The victory is yours, and this applause is for you. Расскажи, пожалуйста, что пошло не так. Я вижу, ты чем-то расстроен. I see you are disappointed. What has happened then? Да, буквально за день до боя отравился. Вот, сами знаете, каково это. Так что, скажем так, батарейка была неполной. No, so just one day before the fight, it was like a food poisoning, and you can understand, I had no energy for this fight. Скажем так, несмотря на твою неполную батарейку, ты победил абсолютно заслуженно. Even though that your battery was not full, your one was deserved. Что ты можешь сказать о сопернике? What are you saying about your opponent? Не проблема, можем еще раз подраться. Я думаю. There is no problem. I can fight one more time. Я уверен, что решение будет такое же. The decision will be the same. Как соперник? Молодой, горячий. Удачи ему. It was hot opponent and good luck to him. Ну что же, прямо сейчас есть возможность поблагодарить твою команду, кто тебя готовил. Да, спасибо моей команде Маханьков Джим, Климу Шрубову и всем моим друзьям, то есть моим же одноклубникам. Спасибо, вместе мы сила. And I want to thank my Jim Maханьков Джим and to my friends. Ну что же, для поздравления прямо сейчас в октагон я приглашаю главу BFC Максима Королькова и, конечно же, Чингис Алазов, один из сильнейших атлетов мира в этой дисциплине. Макс, ну поздравляемся с победой. Честно говоря, заставил понервничать. Больше не кушай ничего вредного перед боями, побудь на диете. Еще раз поздравляем, хороший бой. Реванш, я думаю, здесь пока не уместен, потому что у тебя уже есть соперник. Ты меня много раз спрашивал, готов, не готов, будет, не будет. Паша Гришанович, поднимись в клетку, пожалуйста. Мы все знаем, что у нас есть продолжение нашей большой восьмерки. Павел Гришанович, победитель резервного боя, заслужил право. И я думаю, что они должны посмотреть друг другу в глаза. Всем добрый вечер. Хочу сказать, что данное выступление моего соперника, как и все предыдущие, меня особо не впечатлили. Стандартная работа, ведение боя. Очковик на задней передаче. Face to face! Все решится в октагоне. Да. Чуть позже, конечно. Ну что ж, спасибо атлетам. Спасибо еще раз, Максим Спадаренко. С победой, аплодисменты!